Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Осталось совсем немного до наступления Рамадана. И нам жизненно важно активно работать над умственной, духовной и физической подготовкой к благословенному месяцу. Рамадан – это время года, связанное с праведностью и высоким иманом. Но мы не можем ожидать чудесного подъема имана, как только наступит Рамадан. Скорее, мы должны сделать небольшие шаги, чтобы создать этот образ перед Рамаданом, чтобы мы могли использовать благословенный месяц наилучшим образом. Вот 5 советов, которые помогут вам подготовиться к Рамадану. Первое. Искреннее покаяние. Покаяние является обязательным в любое время года, но из-за приближения этого великого и благословенного месяца человеку еще более важно поспешить с покаянием в грехах, совершенных по отношению к Господу, и грехах, совершенных по отношению к другим людям, чтобы встретить этот благословенный месяц со спокойным сердцем и душой и заняться только поклонением. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ватубу иляллахи джамиан, айюхал муминуна, лааллакум туфлихун». Второе – это мольба. Делайте много искренних дуа. Передается, что некоторые праведные предшественники молили Аллаха на протяжении 6 месяцев о том, чтобы дожить до Рамадана, а после взывали к Аллаху с просьбой о принятии их поклонений. Никогда не стоит недооценивать силу дуа. Когда вы поднимаете руки к Аллаху, вы вступаете в личную и эмоциональную связь со своим Господом. Какая невероятная возможность, субханаллах! Попросите Аллаха дать вам возможность измениться к лучшему и позволить вам использовать Рамадан наилучшим из возможных способов, чтобы вы стали ближе к нему. Третье. Ищите знания и делайте дела в соответствии с ним. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах облегчит путь в рай тому, кто идет по пути в поисках знаний». Ищите знания о посте перед Рамаданом, чтобы убедиться, что вы выполняете свои посты правильно, и узнайте, какие вещи нарушают пост, и о других вещах, связанных с постом, дабы оградить себя от ошибок во время Рамадана. И вы будете вознаграждены за каждую секунду, которую вы тратите на приобретение знаний. Четвертое. Возврат долга за пропущенные дни обязательного поста. И если в прошлый Рамадан вы по какой-то причине пропустили дни поста, то вам нужно возместить их до наступления следующего Рамадана. Пятое. Чтение Корана. Запланируйте свой день вместе с Кораном и попытайтесь понять смыслы аятов. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Китабун анзалнаху илейка мубаракун лияддаббару аятихи валиятадаккару улюль альбаб». Сделайте Коран частью своей повседневной жизни, даже если читаете всего несколько аятов, а также попытайтесь прочитать смысловой перевод этих аятов, чтобы вы получили более глубокое понимание. Тренируйте свой ум, чтобы иметь духовную связь по крайней мере несколько минут в день, а затем увеличивайте, дабы к наступлению Рамадана вы смогли полностью посвятить себя чтению Корана. Прошу у Аллаха, чтобы Он дал нам возможность встретить благословенный месяц Рамадан, где увеличивается наш иман и наши знания. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Біз көп жылладың бері сіләнің қызметінлады. Мұшу кемгіче біз шықымдарымызны садиқы білен мақамдап келдік. Бүгін каналымыздың сізге ихтияжы бар. Яқшы ішқі қатнышын, бізні қолдан ве үлішіңізні қошың. Яқшы ішқа ве тәқвадарлыққа ярдемдішіңла. Maide suresi 2. ayet.